На вторые Европейские игры спортсмены и болельщики со всего мира смогут приехать без виз. И не на 5, а как минимум на 10 дней. О том, что этот вопрос уже прорабатывается, сообщили сегодня в Министерстве спорта и туризма. Кроме того, в ведомстве обсуждают возможности распространить безвизовый режим на въезд не только через национальный аэропорт, но и через другие пункты пропуска. Несомненно, болельщики это получат, потому что это априори. И опыт чемпионата мира по хоккею нам уже пригодился, работа это идет. Но мы по безвизу сейчас говорим немножко шире, уже сейчас, что необходимо не только для отдельных спортивных мероприятий, а вот продлить безвизовый въезд, который вот через аэропорт Минска с 5 там, до 10 суток. До старта Евроигр остается 633 дня. Соревнования пройдут в Минске в июне 2019-го и будут включать в себя 15 видов спорта.